Мы в эфире. Друзья, всем доброго времени. На связи с вами Николай Соболев. И мы продолжаем наше движение, проект «Статус 7.0». Девятый день активного развития. Что могу поделиться и сказать своими впечатлениями? Утром ложусь, встаю часов в 11, то есть 7 утра ложусь, встаю в 11, ложусь опять в 7 утра, 6-7, то есть вот так всегда. Идет массовое движение, массовое развитие, такого, что я не видел нигде, вообще, наверное, никогда. Проект «Статус 7.0» нравится всем людям. В Новосибирске у нас партнер зашел, у него здесь офис на Красном проспекте. Вчера провели переговоры, зашел, уже сегодня зашел на статус S11, зашло много людей, более 60 человек за день. Мы сегодня здесь, был просто какой-то марш-поход, я не знаю, марш-парад, да, то есть было очень много. Теперь много новых партнеров с города Новосибирска. Зашли ребята, у которых есть опыт предпринимательства, очень шикарный опыт. Кто-то открывал казино, кто-то открывал какие-то игровые автоматы, у кого-то завод, у кого-то землю там и так далее. То есть у всех есть опыт, но они потерпели какое-то поражение, да, то есть и здесь они увидели, что здесь можно реализоваться, зарабатывать и поддержать проект своим опытом, своей практикой, своим знанием. Что на сегодня это важно для статуса 7.0, чтобы была сплоченность именно команды в поддержании вот этой вот значимости, чтобы реализовать и поддержать проект в запуске уже бизнеса. То, что планируется, очень мощно идет развитие сейчас по партнерской программе. Мы видим, как люди, многие зарабатывают, выходят на доходы, что не может радовать. На самом деле я не думал, что такой прорыв будет. Мы думали заработать просто денег к Новому году, все тут, да, то есть, и приглашали людей заработать денег к Новому году. Но получается, что к Новому году мы можем заработать здесь не только денег, кто-то может приобрести уже большие какие-то покупки и так далее. Есть партнеры у нас, кто заработал более 500 тысяч рублей за неделю. Это просто потрясающие результаты, с чем я всех партнеров поздравляю. Выстроены большие команды. Такие команды, такие лидеры зашли. Большое всем благодарность, что в статусе 7.0 все зашли. Вот, поэтому ваша поддержка, ваш опыт очень важен для статуса 7.0, потому что это сейчас очень маленький-маленький такой зародышек, который с каждым днем развивается очень быстро. Это как хрусталь, который нужно беречь. Это ваш инструмент, в первую очередь, для заработка ваших денег, для вашей семьи, для вашего благосостояния. Сейчас, в данный момент, происходит ввод ПЭРа. Приостановили на модерацию. Очень много начало заходить людей, средств. Поэтому не переживайте. Вывод работает. Сейчас модерация пройдет, все будет хорошо. Александр и многие другие уже сильные партнеры занимаются всеми вот этими тонкостями. Дальше, то есть уже есть переговоры серьезные по другим разным платежным системам. Это будет все потом сказано. Сейчас опасайтесь тех моментов, что многие мошенники могут активизироваться. Будьте очень аккуратны, работайте с людьми внимательно, потому что могут быть мошеннические действия применены в этом нашем сообществе. Никому ничего не переводите, проверенным людям, проверяйте странички, проверяйте аккаунты, потому что подделать очень легко. Мы будем это пресекать, мы будем находить, догонять, обнулять и так далее. Но главное, ребята, будьте осторожны, потому что людей очень много зашло. И нужно всем включиться в безопасность людей, чтобы все было здесь у всех на своем месте, и никто никуда лишнее ничего не отправил и не потерял. И сейчас я вам представлю автора и создателя проекта Александра Пленова. Саша, тебе слово. Друзья, всех приветствую. А для тех, кто меня не знает, представлюсь. Меня зовут Александр Блинов, мне 39 лет. Я отец 5 замечательных ребятишек. Что касается проекта «Статус 7.0»,
Данный проект и маркетинг я разрабатывал на протяжении последних 3 лет. Разрабатывал его для людей, в первую очередь. У нас народный проект. И каждый из вас с минимальными какими-то вложениями от 100 рублей и выше можете заработать с первых дней 1000 и более. Правильно Николай сказал, то, что есть уже результаты 100, 200, 300, 500 тысяч буквально за первую неделю. У нас идет предстарт. Поэтому задача активировать статусы, нажимать кнопку продвижения, отправлять свою реферальную ссылку своим будущим партнерам. И самое главное, не лениться. Позвоните, скажите, зарегистрируйся, отправьте по внутреннему переводу свои 110 рублей. Ваш партнер нажмет активацию первой матрицы S1, 10 рублей нажмет вывести на баланс, моментально за 1 секунду получит деньги, после чего задайте ему вопрос: хочешь зарабатывать больше? Ответ очевиден, да. Скидывайте ему картинку лидерского входа в нашей табличке от 3100, и пусть человек сам принимает решение, интересно ему или нет. Также напоминаю, что у нас проект не пустышка, у нас он долгосрочный, у нас есть высокие ценности, большая глубинная идеология, потому что на втором этапе развития, на первом этапе у нас популяризация, мы через матрицы набираем комьюнити, сообщество расширяем, на втором этапе мы открываем реальные бизнесы в России, в странах СНГ. И, соответственно, мы создаем рабочие места для обычных людей, а их, безусловно, сейчас не хватает. По третьему этапу у нас, соответственно, мы эти бизнесы упаковываем во франшизы, продаем эти бизнесы, получаем роялти и повышаемые взносы. Также на базе нашего проекта вы имеете возможность рекламировать все свои сетевые бизнесы, классические бизнесы, потому что за активацию любой матрицы статуса вы получаете определенное количество показов и, соответственно, размещение рекламы, где можете разместить свою реферальную ссылочку, можете разместить картинку и текстовую информацию. Соответственно, в нашем комьюнити абсолютно целевая аудитория. Все платежеспособны по максимуму, потому что у нас конверсия 80-85% на сегодня. Это люди, которые зарегистрировались и активировали статусы. У нас комьюнити – это предприниматели, сетевые бизнесмены, классические бизнесмены. Поэтому здесь целевая реклама. Целевая реклама, целевые лиды, они стоят дорого. Вы это получаете бесплатно. Активируя статусы, вы осуществляете дар, соответственно, эти деньги безвозвратные, вы их дарите на развитие. Как только вы активировали статус, все эти деньги на 10 уровней вверх людям распределились на 100%. И бонусом получаете размещение, рекламировать себя, либо какие-то сетевые классические бизнесы. Что касается третьего этапа, это масштабирование, франшизы, получаем прибыль. На данном этапе у нас есть возможность практически обучаться реальным бизнесом. Прям практически. Потому что в большинстве университетов, курсов, тренингов вы получаете теорию. И зачастую эта теория влетает в одно ухо, влетает в другое. А на базе практического онлайн-обучения вы получаете доступ к видеонаблюдению бизнеса, к бухгалтерской отчетности, к онлайн-кассе, к закупке, кадровой политике. Все бизнес-процессы прописаны, и в виде PDF-файлов, отчетов вы их будете наблюдать. Также будете символически получать 1% минимум гарантированно от экономической деятельности данных предприятий. В общем, много-много всего интересного. Планы глобальные, долгосрочные. В планах за ближайшие 3 года открыть более 1000, может быть, даже 10 000 предприятий по всей России. Абсолютно разных направлений. Эти предприятия возглавят наши партнеры, часть нашего комьюнити. Узкопрофильные специалисты, эксперты возьмутся и возглавят конкретный какой-то бизнес. Мы оформляем на них бизнес, мы не на себя оформляем. Накладываем обременение, чтобы не было возможности этот бизнес, так скажем, забрать либо продать. Поэтому все эти моменты защищены у нас. В общем, много-много интересного. Заходите на 100 рублей и более, приглашайте, участвуйте в практически обучающей платформе, в рекламе. Что еще хотелось бы отметить? Николай правильно заметил, что вчера на нас была, так скажем, первая либо очередная атака мошенников. Начали подделывать в том числе и мой логин Telegram. Единственное, там без фотографии. Даже кто-то видеокружок мой пилил и звук записывал другой. Подчеркну, ни я, ни мои админы в первую очередь к вам не обращаются. Ни я, ни мои админы не берут с вас деньги. Если вам самим нужно осуществить внутренний перевод, соответственно, вы заходите в наш командный чат, общий чат, нажимаете на название, после чего смотрите на список наших участников нашего сообщества, нашего чата, выбираете админов, у них есть плашечка такая, статус S10 и более. Они вам помогут.
Вы им перекидываете деньги на поудобные для вас системы, они вам по внутрянке переводят, соответственно, баланс. Вы активируете статусы. Это самая максимально защищенная часть. Что касается ПР, у нас сегодня по ПР тоже есть момент такой, рабочий момент, это не критический. ПР нас решил проверить. Мерчант на ввод денег, на поступление временно у нас приостановлен. Проверку пройдем, и все будет чики-пуки, все будет классно. Что касается вывода, также он моментальный, от 2 рублей. Люди тестировали, выводили, мы постоянно пополняем баланс изнутри. То есть у нас денег предостаточно, чтобы было все хорошо и стабильно. Помимо этого, платежные системы мы рассматриваем, скорее всего, в ближайшем будущем прикрутим в наш бот. Это Perfect Money, Advent Cash, может, еще какие-то рассмотрим. Может быть, даже будет обменник P2P. В общем, разные варианты рассматриваем. Самое главное, поймите то, что мы надежные, долгосрочные, никогда мы заднюю скорость не включим, только вперед, это наш основной слоган. Ну и также основной слоган у нас – мы созидаем, время созидать. Созидать – это значит что-то делать полезное, долгосрочное. Когда вы приглашаете людей в наш проект, будьте уверены, вам никогда не будет стыдно, что вы куда-то их не туда позвали. Потому что аналогу нашему проекту, нашей компании людей в мире на сегодня нет. Мы первые, которые сделали коллаборацию, качественную коллаборацию, такой симбиоз классического сетевого бизнеса. Но самое главное здесь человечность есть. Человечность, честность, прозрачность. Ну а на этом хочется, так скажем, завершить нашу встречу сегодняшнюю. Всем удачи, успехов, не ленитесь и зарабатывайте большие чеки. До нового.